живем. Как называется это? Парнас. Парнас, метро Парнас, короче. Такое слово Парнас. Метро Парнас, это от вас там недалеко. Так, подождите, сейчас я вообще метро метрополитен Петербурга открою. Нет, не совсем рядом, но там. Москва, людей очень много. Так, озерки, Парнас, мы смотри, самые хорошие. Я знаю, что мы в самой жопе живем. Ты представляешь? Там депо. А мы жили, знаешь, где? На Пионерской, по-моему. Ой, да, там рядом Мега. Фрунзенская, слушай. Сколько это... время? 0:30. Блять, до мостов еще как до смотри, луны. Какой, это ресторан, наверное, там, да? Ну, хер его знает. У меня сейчас батарейка сядет, наверное, до мостов. А у тебя нет этого? Чего? Зарядки. А. Ничего ж ты. В хаммеры. Зарядка. Ну, ко мне подключайтесь, ребят. Добавляйте меня в... Ты будешь перископить, что ли? А что, ты будешь перископить? Втихаря. Втихаря перископить. Ваня будет перископить. С твоего телефона? Будешь это, на кухне перископить, да? О, уже началось. Один полез уже. Что заинтриговал, жопа, я и какой еще, что какой? Что заинтриговал? Не Халёси. Халёси. Почему, чем заинтриговал? Ой, а что эта камера перевернулась? Давайте, подписывайтесь на меня. Я сейчас зайду. Зачем они тебе нужны там? А у тебя у самого 46%, у тебя сейчас быстрее сядет, чем у меня. Так хочется задать тупой вопрос, но страшно. Ты знаешь, лучше сделать, чем всю жизнь потом жалеть. И не сделать. О том, что не сделал. Эй. Ну разок давай. Присоединилась. Ну разок давай. Просто в бан. Просто в бан. Бля. Угорает народ. У меня и так тут подписчиков хватает. 37. Да, вместе. Это этот вопрос, вы хотели? Это этот вопрос. А что, мы пора... А нет, разве... мы врозь, наверное. Все, в бан. Он еще один полетел. Еще фонарик. Пенальти, ребят. Так, давайте, кто у нас главный по трансляции с футбола? Мы-то не видим. Кто-нибудь один, давайте трансляцию. Давайте, ребят, держите нас. Давайте, здесь уже толпа ждет. Там вот уже соседи ждут тоже результатов. Пенальти. Италия. Италия первая. Чёрт, так, Италия, да, ждем. Блин, Италия. Италия. Чё Италия? Германия. А что будем спорить? Германия. Буффон защитит все. Буффон? Ну да. Пока определяет, кто будет бить. Так тебе моя аватарка. О! Вась Филипп. Огонь. Огонь аватарка. Это с тобой? Да. Вам пить будет? Еще огонь. Угу. Пить буду. Давай выпьем. Давай выпьем. Сейчас выпьем. Я бухню мархитиком. Мы это просто здесь это водку развели со Швепсом. Здрасте, здрасте. Ну что, забил он? Забил? Аватарки будем на московской делать. О, я, кстати, видел, как работает новая система бана. А как она работает? Короче, ты можешь подать жалобу на какого-то чувака, и если ее поддержит там еще кто-то, и он улетает. Они типа проголосуют? Да, голосуют. Они голосуют, и все, и он улетает нахер. Они могут, ну, зрители могут банить. Здорово.
Да прикольно, конечно. Мне просто, я смотрел этого... То есть он только с твоего чата банится или вообще? Я Валерона смотрел, и там смотрю, что-то раз... Мне какой-то пришла штука, типа, там оскорбление или что-то. Я подтвердил, и чувак улетел. Там еще кто-то подтвердил. И все, и его выкинуло нахер. Мне кажется, там скоро сделают приватную трансляцию только для своих подписчиков. Дружно баним друг друга, да? Да, нормально все. Так можно ее делать? А как ее делать? Приватную? Ну, приватную там сам выбираешь, по-моему. Приватную я могу сделать только для тех, на кого я подписан. А я почти ни на кого не подписан. Я только могу, вот на кого я подписан, им предложить трансляцию. То есть вот возьму, Ксюху отмечу и ей предложу приватную. Да. Ваня, выложи видео для начинающих, я подписан на Ютубе. А мне, по-моему, полно видео для начинающих. Да, вот там есть у тебя. Там есть. Для новичков, по-моему, там даже. Наверное. Для новичков даже есть. Есть там периодически встречаются, вы полистайте. Ну, девочка, наверное. Может, она думает, что... Смотри. А это кто? Султанал. Где? Я поищу. Там есть, да, есть. Можно по... Султана, наверное, какая-то. Нет, Султанал. А вы девочка или мальчик, извините, конечно. Девочка? Смотрите, мы сейчас бикинисток выкладываем. Султанал. Как прям лекарство какое-то. Султанал. Нет, для новичков еще был. А, Султанова Алла. Султанова Алла. Она, наверное, для девочек хочет посмотреть. А, для девочек. Для новичков, для мужчин. Блин, давайте мы сейчас это... Италия первая бьет. Подожди, что у вас тут? Мы сделаем это самое... Сейчас у меня девчонки там тренируются, вот можно посмотреть их видео. Там Ульянка, и сейчас Вику еще будем снимать. Инсиньо первый бьет. Ох, Инсиньо, давай за Инсиньо. Смотрите за каналом, ближайшие дни прям будет это самое, тоже видео еще. Интересное упражнение для девочек. Мы сейчас будем интересные снимать, ну не стандартные техники, там нестандартные упражнения еще всякие. Все это будет... И еще кухню тоже начнем. Все-таки начнем мы эту кухню долбанную снимать. Давай, пока, Макс. Макс, давай, давай, до завтра. Буфон должен защитить. Гол забил, прикинь, забил. Ну и что, Сейчас немцы забьют. Гол. Уже 1-0. Да нет еще, что нет? Еще ничего это не значит. Ну это понятно, что ничего не значит. Чмоки, Ваня, я буду смотреть. Чмоки здесь явно аргишнее. Султанова Алла. Так, кто-то тут уже это самое, когти уже точит. Кто-то когти такие обгранит. Гол. Чё гол? Немцы тоже гол? 1-1. Нормально, если немцы уже вперед. Это уже поинтереснее. Я, das ist fantastisch. Я, natürlich. Си-си. Или там как? Си-си. Вот и я, си-си вам будет. Будет das ist fantastisch. Я, natürlich. Нет, забивандо, гол. Голяндо. Я. Перфекто. Это самое, ребята, картинка будет сейчас. На новый объектив еще ничего не снимали. Вот сейчас на следующих видосах будет картинка. Ну, то, что на GoPro-шку, там будет понятно. Спасибо. Хватит царить уже этими фонариками, блядь. Я тебе сейчас этот фонарик засуну. Вместе запущу. Итальянцы мимо. Я. Das ist fantastisch. Я. Итальянцы мимо. Я. Последние видосы Карину я снимал на 24-70. Мне Саня давал. Вот хороший, очень хороший объектив, супер крутой. Там картинка вообще бомба. А последнее самое, это я снимал на свои пластмасски, блядь. Говно картинка. Ну так,
более-менее. Немцы мимо. А я не поняла, какой сейчас счет-то? Немцы мимо. Что там за счет? Буфон вытащил. Найн, найн, найн. Один один. Нихт, нихт. Походу Италия... Найн, нихт. И все. Фу, блядь, муха заебала. Швайне. Швайне, сама ты швайне. Нихт. Ripeti, per favore, piano. Гол! Итальяшки забили. Да ладно, 2-1, 2-1. Ладно, сейчас 2-2 будет, ребят. Итальянство... Не парьтесь, сейчас будет 2-2. Бьет Германия. Очень интересный матч, кстати. Под конец. По центру. Германия. Ну что там? Ну и что там? Азил бьет, по-любому забьет. Азил, да. Азил, конечно, он. Так. Что, 2-2? А, кстати, Вавана-то нету. Хуй, гол. Есть, 2-2. Хуй, гол. Хуй, гол, штанга. Штангу попал. Я. 2-2. Обалдеть. Das ist fantastisch. Азил промазал 2-1. Промазал. Чё, он чё, штангу попал. Чё вы гоните? Как гол, а потом уже чё вы гоните? Не. Батарея еще пина. Блядь. 2-1, сука. Твою мать. Ты щелбан получишь в лоб. Щелбан? Он штангу попал. Мимо. Блин, вот это эх, Азил. Пиздец. Мы в тебя верили, а ты... Ну, да? Найн. Найн. Ну что там? Италия мимо. Ей! Все нормально. Италия тоже мимо. Пидор. Пидор. Все нормально. Сейчас немцы забьют, все сравняют. Косоногие. Идиот. Это жопа, идиот. Да нормально, все. Сейчас немцы. Сейчас что они там? Кто за кого? Может здесь спросить, кто за кого болеет? Гол. Гол, есть, все. Так, немцы. Гол, Германия. Блин, 2-2. 2-2, все отлично. Сейчас еще один раз, продолжать. Да, продолжать. Сейчас итальяшки еще раз проебут и все. И... Сейчас посмотрим. Пизду этих макаронников. Немецкая машина вперед. Макаронники. Немецкая машина. Deutsche Maschine. Туда. А ветер туда дует. Я за Deutsche Maschine. Я за тех. Италия пиздец. Блин, походу Италия. Италия пиздец. Мимо. Италия мимо. Ха-ха. Все, подожди, сейчас. Подожди, еще не факт. Немцы закатят и пиздец. Еще не факт. Нойер вытащил. Все. Тушите свет, ребята. Немцы забивают и все. Немцы вин. Да все нормально, немцы, конечно. И португальцы. Пиздец, они бьют. Швайнштайгер. Швайнштайгер. Он тоже хорошо играет. По-моему, он, кстати, как-то однажды проебал мимо. Швай не бьет, мимо. Мимо, кривой. Блядь. Че, они опять сравнялись? Швайнштайгер мимо. Надо выпить, Ваня. Нет, блядь. Ну как же Швайнштайгер-то мимо? Азил, Швайнштайгер. Швайнштайгер заебал, он постоянно... Мне кажется, нам надо футбол смотреть с тобой. Там уже нервы, все волосы на жопе вырвали все. Блин, я хочу на матч какой-нибудь попасть. Настоящий. Настоящий? Ну, только не на наш. Пизда. Они это специально. Да, конечно, все наиграно. Ну, как можно наигранно сделать в футболе? Гол. Итальяшки забили. Ну, Италия все. Че, все? Италия забила. Все. 3-2 сейчас немцы бьют. Если немцы не забьют, то все. А если забьют, то дальше. Не-не. 3-2. Немцы сейчас. Немцы сейчас бьют, да. Вот сейчас, если немцы а не... А все плачут. Немцы сейчас, если не забьют, они уже по пятому бьют, правильно? Блин, мне или... даже жалко. По пятому, да.
Там все плачут. Я представляю, знаешь, какая играет, прям такая эмоциональная. По шестому, по седьмому. Забили. Забили? Да, честно. Гол есть. Гол. Дальше продолжается. Ну и что тогда? Да с каких они будет? Ну пока кто-нибудь не проебет. Они по одному разу сейчас бьют и. Жесть, вообще пенальти, конечно. Я тут рыдаю. Сейчас итальяшки есть промажут. Вот смотрите, итальяшки сейчас мажут, и все, и немцы забивают, и все. И это, да, сестра. Гол Италия. Забили. Гол Италия, блядь. Съебались. 4-3. Вот у немцев это, блядь, ну в роли как бы догоняющих, конечно, херово. Вот сейчас прикинь, вот немец, вот который. Это ж пиздец, это один проебет весь матч. Получается. Тот, кто бьет пенальти, может проебать весь матч. По центру, подожди, по центру. Сейчас. Немец бьет, молодой немец. Кимми. Малолетка лет какой-то. А может и забьет, кстати. Забьет, забьет. Он и забил, и Швайнштайгер. Забьет, забьет. Забьет. Проебал. Забил! Ес! Забил. Все, гол, дальше. 4-4, слушай, обалдеть. 4-4. А что дальше-то? Сейчас итальянцы опять? Слушай, здесь столько народу справа. А, все слушают. А сейчас Италия будет, да? Сейчас Италия бьет. Итальяшки не забьют. Так, слушай, а что кричать-то, если что? Кто за кого болеет? Меня не отпиздят здесь? Нет, честно. Да, все футбол смущают. Говорят, вратари бить будут. Бить вратари. Чё-то столько народу окружило, уже поджали со всех сторон. Ох, бля. Но все ждут этого, моста. Моста? Гол, блядь, забили. Да ладно, прям я не знаю, что такое. Ну, сейчас решающий момент будет. От перекладины забил, прикинь. Вот красавец, а. Молодец. Блядь. Ну все, сейчас. Немцы бьют. Угу. Так. Буатенг. У нас прямая трансляция. Да, отлично в зале. Пенальти. Забил. Забил, слушай. Есть. А я так бы до конца жизни. Ай, 5-5. Вообще, игра просто, мне кажется. 5-5. Супер игра. Это пенальти, блин. Да итальяшки промажут сейчас, ё-моё. Сейчас итальяшки промажут, да, и нет. Да, вообще матч, конечно, полный. Завтра ты играешь. Бля, у меня сейчас батарейка сядет, ё-моё. Отбил. Чё это отбил? И итальяшки. Блядь, мимо. Отлично. Все, все, сейчас немцы закатывают и Das ist fantastisch. Нойер отбил. Ну сейчас все, сейчас немцы. Все, ребята, тушите свет. Макаронники домой, билеты покупать. Изи вин. Изи бьет, да. Ну, немцы гол и все. Немцы чемпионы, все. Ладно, они вот забили. Надо. Гол! Все, немцы. Да ну вас все, баня. Да ну вас. Е-е-е. Я натюрлих. Натюрлих. Да, со сванта. Пошли вы. Пошли вы. Кстати, да, это очень обидно, когда твоя команда, за которую ты болеешь, проигрывает. Гитлер капут. Нет, как раз таки Гитлер не капут. За это надо выпить. Вышли в полуфинал. Ну все. Если бы все болели за немцев, я бы за Италию. Я болею за тех, за кого не болею. Да ладно, за Италию болели только я и мальчик. Все, немцы. Да похуй, да. Вот это правильно, да похер.
У нас тут это, мосты разводить сейчас будут. Так можно посмотреть. И батарейка садится. Для интереса. Сейчас батарейка сядет. Чего? Чего? Чего не разводит мосты? Злые вы все. Сколько времени? 0:50. Бля. Сразу. Ой, сколько подписалось. Там вообще сколько уже? 806. Под мышкой пропустил. Во. А у нас будет во сколько? В час? Час 25, что ли? Блядь, еще ждать. Полчаса. Батарейка 10 раз сядет. Пошли в машину. Пойдем. Ты зарядишь телефон? Да. Пойдем. Блядь, здесь народу пиздец, что творится. Как обычно. Это уже бежит. Да мы из Хаммера. Я сейчас развернусь прям сюда, заеду. Место займут. Да, трансляции собрали толпу. Все, пацаны, расходимся. Немцы выиграли. Не, не берут. Да, белые ночи. Ой, у тебя какая-то мошка тут. Да. А чем мы здесь будем? Смотреть этот мост, что ли, или что? А что, нет? Да и с машины увидим. Какая разница? Пошли туда. Ну, так стоит хорошо. Мы можем трансляцию просто выключить и ну, все. Пойдем. Или что? Ну пойдем, подписчики дороже всякого моста. Пойдем. Да не, нахер. Давай, пока не сядет. Басы. Че выключить? Потом зайдем. А у меня там уже осталось, блядь, наверное, 11%. А я, кстати, видел уже. Я тоже видел эти мосты. Я не видела. Сейчас разведут, поедем по набережной, прокатимся. Ладно, давайте отключимся. Когда будут разводить, включимся. Через минут 20-30 перезайду. Пока. Давайте.